Содержание в исправном состоянии балластного слоя верхнего строения железнодорожного пути является одним из важных факторов безопасной и безаварийной эксплуатации подвижного состава. Балластный слой должен обеспечивать стабильное положение рельсошпальной решетки, при необходимости быстро отводить воду из балластной призмы и с основной площадки земляного полотна, препятствуя потере им несущей способности, обеспечивать оптимальную упругость железнодорожного пути и минимальную деформацию рельсошпальной решетки в процессе ее эксплуатации. По своим характеристикам, этим требованиям лучше всего удовлетворяет чистый щебеночный балласт из твердых каменных пород. При воздействии на железнодорожный путь эксплуатационной нагрузки происходит загрязнение балластного слоя продуктами износа щебня, материалами, проникающими из нижнего строения пути, потерями перевозимых сыпучих грузов, растительностью, частицами, наносимыми ветром и водой. В результате засорения балласт теряет свою упругость и дренирующие свойства, что приводит к смещению пути относительно проектного положения. Поэтому периодическая очистка балласта является важнейшей и неотъемлемой частью путевых работ, для выполнения которых созданы и успешно эксплуатируются на сети дорог России высокопроизводительные машинные комплексы. Представленные в данном фильме современные щебнеочистительные машины обеспечивают вырезку щебеночного балласта по всему профилю балластной призмы без снятия путевой решетки. Вырезка балласта производится баровым выгребным устройством. При этом обеспечивается требуемая глубина вырезки и может формироваться необходимый для водоотвода наклон поверхности среза основной площадки земляного полотна. Очистка балласта производится в многоступенчатом наклонном грохоте, работающем по принципу вибрационного сита. Вырезаемый материал, проходя через систему сит с разной величиной ячеек, разделяется на чистый щебень и засорители. Для передвижения и обеспечения электропитанием приводов рабочих органов несамоходных щебнеочистительных машин используются тягово-энергетические установки мощностью от 400 до 800 кВт. Скорость передвижения щебнеочистительных машин в транспортном режиме от 65 до 80 км в час, в рабочем режиме от 50 метров в час до 1,5 километров в час. Щебнеочистительная машина СЧ-600 совместного производства Калужского завода «Ремпутьмаш» и фирмы МТХ «Прага», Чехия, предназначена для механизированной очистки от загрязнителей щебеночного балласта с погрузкой засорителей в специализированный подвижной состав и укладки очищенного щебня в путевую решетку. Машина может также производить сплошную вырезку загрязненного балласта без его очистки и подачу вырезанного балласта в специализированный подвижной состав или на сторону от пути. Щебнеочистительная машина СЧ-600 – это комплекс, состоящий из двух частей – рабочей секции и тягово-энергетической установки. Основой рабочей секции является сварная рама специальной конструкции, которая опирается на две двухосные ходовые тележки. Рама оснащена автосцепным оборудованием. Вырезка балласта производится выгребным устройством. Выгребное устройство состоит из баровой цепи,
с приводом, восходящего и нисходящего желобов, соединенных под рельсошпальной решеткой, балкой, длинной при работе на перегонах или короткой при работе на станционных путях. Вырезанный материал по восходящему желобу выгребного устройства подается на транспортер подачи балласта и далее на грохот, где происходит отделение щебня от засорителей. Ширина захвата вырезаемого балласта регулируется пригребными плугами, установленными на концах желобов. Транспортер подачи балласта ленточного типа с приводом от двух мотор-барабанов. Вибрационный грохот двухъярусный, с величиной ячеек от 32 до 65 мм. Засорители транспортером для подачи засорителей и поворотным транспортером выгружается в подвижной состав или на обочину. Угол поворота поворотного транспортера составляет 360 градусов. Дальность выброса от оси пути 4500 мм. Для возврата очищенного щебня в колею служит сателлит с распределителями щебня. Очищенный щебень с грохота подается в передний распределитель сателлита и из него в путь по концам шпал. После заполнения шпальных ящиков по концам шпал очищенный щебень подается транспортером бункера-накопителя в задний распределитель сателлита и из него в путь в центр колеи. Избыточный чистый щебень поперечным транспортером удаляется за пределы пути. Технология распределения чистого щебня машины СЧ-600 обеспечивает равномерное заполнение шпальных ящиков, что позволяет сократить число подбивочных операций после очистки пути. Для подъема и сдвижки путевой решетки на машине установлено подъемное устройство. Подъемное устройство роликового типа выполняет подъемку максимально на 200 мм и сдвижку на плюс-минус 315 мм от оси пути. Конструкция подъемного устройства обеспечивает беспрепятственный проход рельсовых стыков. В режиме полной вырезки транспортер подачи балласта устанавливается над загрузочной воронкой. Загрязненный балласт, минуя грохот, поступает на транспортер для засорителей и далее на поворотный транспортер. Приводы рабочих органов машины электромеханические и гидравлические. Для обеспечения гидравлического привода на машине установлена насосная станция. Управление комплексом в рабочем режиме производится из кабины оператора и с выносных пультов. Для измерения и контроля параметров, влияющих на качество очистки и геометрическое положение пути, машина оснащена измерительной системой и системой промышленного телевидения. Технические характеристики машины СЧ-600. Глубина вырезки от подошвы шпалы 500 мм. Ширина вырезки с короткой балкой 3800 мм. С длинной балкой 4250 мм. Технологическая производительность машины. При очистке балласта 450 кубических метров в час. При полной вырезке 300 кубических метров в час. Объем загрязнителей после очистки не более 5%. Рабочая скорость от 50 метров в час до 500 метров в час. Транспортная скорость 80 км в час. Длина по осям автосцепок 24 820 мм. Масса 76 тонн. Обслуживающий персонал 4 человека. Мощность тягово-энергетической установки 400 кВт. Щебнеочистительная машина СЧ-601 является модернизированным вариантом машины СЧ-600.
Машины СЧ-600 и СЧ-601 имеют одинаковую конструктивную схему и различаются только модернизацией некоторых узлов и дополнениями, выполненными на машине СЧ-601. На машине СЧ-601 усовершенствованы выгребное устройство, подъемное устройство, грохот, поворотный транспортер и другие устройства. В выгребном устройстве увеличена длина подпутной балки, усилена конструкция баровой цепи, увеличено сечение, длина и жесткость желобов. Улучшенная конструкция подъемного устройства позволяет более надежно проходить стыки рельсов. Поворотный транспортер выполнен с двумя мотор-барабанами. Грохот оснащен двумя вибраторами. В конструкцию машины дополнительно введены вибраторы для уплотнения поверхности среза и пробивщик шпальных ящиков. Проведенная модернизация позволила увеличить глубину и ширину вырезки и производительность машины. Технические характеристики машины СЧ-601. Глубина вырезки от подошвы шпалы 650 мм. Ширина вырезки с короткой балкой 4540 мм. С длинной балкой 5300 мм. Технологическая производительность при очистке балласта и при полной вырезке 500 кубических метров в час. Объем загрязнителей после очистки не более 5%. Рабочая скорость от 50 метров в час до 500 метров в час. Транспортная скорость 80 километров в час. Длина по осям автосцепок 24 820 мм. Масса 76 тонн. Обслуживающий персонал 4 человека. Мощность тягово-энергетической установки 640 кВт. Универсальная щебнеочистительная машина SCHO-800 предназначена для вырезки щебеночного балласта по всему профилю балластной призмы, укладки геотекстиля на поверхность среза, образования уплотненного песчано-гравийного слоя и создание нового балластного слоя из очищенного или нового щебня с одновременной погрузкой засорителей в специализированный состав. Машина является комплексом, состоящим из тягово-энергетического модуля УТМ-2, добывающей секции ТС-800, очистной секции СЦ-800, и специализированного состава механизированных вагонов. Секция ТС-800 предназначена для вырезки балласта, передачи его на очистную секцию и формирования новой балластной призмы из чистого щебня. Секция СЦ-800 обеспечивает очистку балласта, отвод засорителей и передачу чистого щебня на добывающую секцию. Работу машины рассмотрим в режиме очистки балласта с одновременным образованием уплотняющего слоя. Вырезка балласта производится выгребным устройством добывающей секции ТС-800. Вырезанный материал по восходящему желобу поступает на систему транспортеров секции ТС-800 для передачи его на очистную секцию СЦ-800. Баровая цепь выгребного устройства машины SCHO-800 позволяет вырезать балласт на глубину до 0,9 метра. Привод баровой цепи осуществляется от двух электродвигателей мощностью по 95 кВт каждый. На очистной секции загрязненный балласт по транспортеру добытого материала поступает на грохот, где происходит отделение щебня от засорителей.
Высокопроизводительный вибрационный грохот машины имеет три яруса сил. Максимальная производительность грохота 800 кубических метров в час. Засорители, транспортером отсева и поворотным транспортером очистной секции перегружается в специализированный состав механизированных вагонов. Вагоны специализированного состава оснащены двумя ярусами транспортеров. По верхнему ярусу транспортеров на вагоны состава перегружаются засорители, поступающие с очистной секции. Одновременно по нижнему ярусу транспортеров на очистную секцию с вагонов подается песок или песчано-гравийная смесь. Транспортерами смеси очистной секции смесь песка, гравия и чистого щебня, поступающего с грохота, передается на добывающую секцию. На добывающей секции данная смесь подается на малый грохот, где происходит отделение чистого щебня от песчано-гравийной смеси для последующей послойной укладки в путь. Песчано-гравийная смесь через дозирующую воронку поступает на поверхность среза. Распределение песчано-гравийной смеси на требуемую ширину и высоту слоя выполняется шнековым разгребным устройством. Вибрационными плитами производится уплотнение созданного песчано-гравийного слоя. Для возврата чистого щебня под рельсошпальную решетку служит сателлит с распределителями щебня. Чистый щебень распределителями сателлита передается в путь по концам шпал и в центр колеи. Избыточный щебень удаляется за пределы колеи поперечным транспортером. В местах с пучинистыми грунтами на поверхность среза укладывается геотекстиль или полистирольные плиты. Для подъемки и сдвижки путевой решетки на машине имеется подъемное устройство. Подъемное устройство обеспечивает подъемку пути на 200 мм и смещение рельсошпальной решетки на плюс-минус 315 мм. Для освобождения шпальных ящиков от слежавшегося балласта служит пробивное устройство. Приводы рабочих органов машины SCU-800 – электромеханические и гидравлические. Управление машиной в рабочем режиме производится из кабины оператора добывающей секции и с выносных пультов. Для контроля параметров очистки и положения путевой решетки на машине установлена контрольно-измерительная система и система промышленного телевидения. Технические характеристики машины SCU-800. Глубина вырезки от подошвы шпалы 900 мм. Ширина вырезки с короткой балкой 4500 мм. С длинной балкой 5500 мм. Технологическая производительность. При очистке балласта 600 кубических метров в час. При полной вырезке 500 кубических метров в час. Рабочая скорость от 50 до 500 метров в час. Транспортная скорость 65 километров в час. Длина по осям автосцепок добывающей секции 24 820 мм, очистной секции 19 420 мм. Масса добывающей секции 90 тонн, очистной секции 60 тонн. Обслуживающий персонал 6 человек. Мощность тягово-энергетической установки 800 кВт. Щебнеочистительная машина ЩЕМ-6БМ производства Тульского завода «Желдармаш» предназначена для механизированной очистки от загрязнителей щебеночного балласта
с погрузкой засорителей в специализированный подвижной состав и укладки очищенного щебня в путевую решетку. Машина может производить сплошную вырезку загрязненного балласта без очистки и подачу вырезанного балласта в специализированный подвижной состав или на сторону от пути. Машина ЩОМ-6БМ является комплексом, состоящим из рабочей секции и тягово-энергетической установки. Основой рабочей секции является сварная рама специальной конструкции, которая опирается на две двухосные ходовые тележки. На раме размещены кабина управления, выгребное устройство, загрузочный транспортер, грохот, система из трех транспортеров для отвода засорителей, поворотный транспортер, два транспортера распределения щебня, подъемное устройство, бункер-дозатор, пробивщик шпальных ящиков, щит планирования балласта. В отдельном отсеке машины расположены насосная станция и шкаф с электрооборудованием. Вырезка балласта производится баровым выгребным устройством. Привод баровой цепи осуществляется от двух электродвигателей мощностью по 90 кВт каждый. Вырезанный материал по восходящему желобу выгребного устройства подается на загрузочный транспортер и далее на двухъярусный грохот, где происходит отделение щебня от засорителей. Засорители системой транспортеров для отвода засорителей и далее поворотным транспортером выгружается в подвижной состав или на обочину. Поворотный транспортер машины, складывающийся в транспортном режиме, имеет максимальный угол поворота 90 градусов в любую сторону от оси пути. Очищенный щебень с грохота через воронку и транспортеры распределения щебня подается в бункер-дозатор и из него в путь в центр колеи и по концам шпал. Для равномерного распределения щебня по путевой решетке служит щит планирования балласта. Подъемное устройство машины ЩОМ-6БМ электромагнитного типа выполняет подъемку пути максимально на 150 мм и сдвижку на плюс-минус 180 мм от оси пути. Пробивщик шпальных ящиков служит для освобождения шпальных ящиков от слежавшегося и сильно загрязненного балласта. При переключении машины в режим полной вырезки на загрузочном транспортере меняется направление движения ленты. Загрязненный балласт, минуя грохот, поступает на транспортеры для отвода засорителей и далее на поворотный транспортер. Управление комплексом в рабочем режиме производится из кабины управления и с выносных пультов. Машина ЩОМ-6БМ оснащена компьютерной системой Delta-B1 для контроля параметров очистки и положения пути. Технические характеристики машины ЩОМ-6БМ. Глубина вырезки от подошвы шпалы 600 мм. Ширина вырезки с короткой балкой 3900 мм. С длинной балкой 5200 мм. Технологическая производительность машины. При очистке балласта 750 кубических метров в час.
при полной вырезке 450 кубических метров в час. Рабочая скорость от 50 до 500 метров в час. Транспортная скорость 80 км в час. Длина по осям автосцепа 27 170 мм. Масса 94 тонны. Обслуживающий персонал 4 человека. Мощность тягово-энергетической установки 630 кВт. Универсальная самоходная щебнеочистительная машина РМ-76 производства австрийской фирмы Plasser & Theurer предназначена для механизированной очистки от загрязнителей щебеночного балласта железнодорожного пути, стрелочных переводов, укладки очищенного щебня в путевую решетку и погрузки засорителей в специализированный подвижной состав. Машина может производить сплошную вырезку загрязненного балласта и подачу его в специализированный подвижной состав без очистки. Основой машины является сварная рама, которая опирается на две двухосные ходовые тележки, одна из которых приводная. На раме размещены две кабины, силовая установка, выгребное устройство, грохот, транспортер для засорителей, поворотный транспортер, транспортеры для распределения щебня, подъемное устройство, планировочное устройство, а также электро-, гидро-, пневмооборудование. Вырезка балласта производится выгребным устройством, баровая цепь которого имеет две фиксированные скорости работы. Мощность привода цепи 163 кВт. Вырезанный материал по восходящему желобу выгребного устройства подается на трехъярусный грохот, где происходит отделение щебня от засорителей. В грохоте вырезанный материал разделяется на сверхфракцию, чистый щебень и засорители. Конструкции грохота для равномерного распределения вырезанного материала по поверхности сит используются направляющие планки. Засорители и сверхфракция транспортером для засорителей и поворотным транспортером выгружаются в подвижной состав или на сторону от пути. Очищенный щебень через регулируемую задвижку и транспортеры для распределения щебня поступает под рессошпальную решетку. Система распределения щебня машины РМ-76 обеспечивает точную дозировку и равномерное распределение щебня внутри колеи и по торцам шпал. Планировочное устройство распределяет щебень по всей ширине рельсошпальной решетки, одновременно удаляя лишний щебень с поверхности шпал и головок рельсов. Подъемное устройство машины РМ-76 может выполнять подъемку рельсошпальной решетки максимально на 100 мм и сдвижку на плюс-минус 300 мм от оси пути. Для работы машины РМ-76 в режиме полной вырезки на восходящем желобе выгребного устройства открывается балластная задвижка. Весь вырезанный выгребным устройством материал, минуя грохот, подается на транспортер для засорителей и далее на поворотный транспортер. Машина РМ-76 выполняет очистку одиночных стрелочных переводов без их демонтажа. При очистке стрелочного перевода от основного пути к боковому
Ширина вырезки постепенно увеличивается до 7,72 метра путем вставки дополнительных промежуточных элементов поперечной балки и звеньев баровой цепи. При очистке стрелочного перевода от бокового пути к основному ширина вырезки уменьшается путем вынимания дополнительных промежуточных элементов. В зависимости от сторонности стрелочного перевода, поперечная балка может сдвигаться в плане влево или вправо. Управление машиной в рабочем режиме производится из кабины оператора и с выносных пультов. Управление машиной в транспортном режиме может выполняться из кабины машиниста или кабины оператора, в зависимости от направления движения. Приводы рабочих органов машины, рабочего и транспортного передвижения – гидравлические. Силовая установка с дизельным двигателем мощностью не менее 300 кВт и насосной станцией установлена в отдельном звукоизолированном отсеке кабины машиниста. Машина РМ-76 оборудована измерительной системой, которая позволяет контролировать качество очистки балласта и геометрическое положение пути с записью параметров на самописец. Технические характеристики машины РМ-76. Глубина вырезки от подошвы шпалы 500 мм. Ширина вырезки с короткой балкой 3800 мм, с длинной балкой 4250 мм. Максимальная ширина вырезки при очистке стрелочного перевода 7720 мм. Технологическая производительность машины при очистке балласта 450 кубических метров в час, при полной вырезке 300 кубических метров в час. Рабочая скорость до 1 км в час. Транспортная скорость самоходом 80 км в час. Транспортная скорость в составе поезда 80 км в час. Длина по осям автосцепок 24690 мм. Масса машины 68 тонн. Обслуживающий персонал 4 человека. Универсальная самоходная щебнеочистительная машина РМ-80 совместного производства австрийской фирмы Placer и Teurer и калужского завода Римпутьмаш предназначена для механизированной очистки от загрязнителей щебеночного балласта перегонов и стрелочных переводов, погрузки засорителей в специализированный подвижной состав и укладки очищенного щебня в путевую решетку. Машина может производить сплошную вырезку загрязненного балласта и подачу его в специализированный подвижной состав без очистки. Рама машины опирается на две двухосные ходовые тележки. Обе тележки приводные. На раме размещены кабина оператора, кабина машиниста, кабина управления грохотом, две силовые установки, выгребное устройство, грохот, транспортер для засорителей, поворотный транспортер, транспортеры для распределения щебня, подъемное устройство, планировочное устройство, а также электро-, гидро-, пневмооборудование. Силовые установки с дизельными двигателями мощностью не менее 300 кВт каждый и насосными станциями находятся в отдельных звукоизолированных отсеках кабины машиниста и кабины оператора.
Силовая установка кабины машиниста обеспечивает привод ряда вспомогательного оборудования, грохота и задней ходовой тележки. Установка кабины оператора осуществляет привод выгребного устройства, транспортеров, подъемного устройства и передней ходовой тележки. Перечислим основные конструктивные особенности машины РМ-80 по сравнению с машиной РМ-76, которые обеспечивают повышенную производительность РМ-80. В выгребном устройстве мощность привода баровой цепи увеличена до 255 кВт. Пятипальцевая баровая цепь имеет 4 фиксированные скорости работы в диапазоне от 2,4 метра в секунду до 4 метров в секунду. Увеличен объем и общая площадь сит трехъярусного вибрационного грохота машины. Максимальная производительность грохота составляет 800 кубических метров в час. Для управления и контроля работы грохота распределительными заслонками и транспортерами распределения щебня на машине имеется дополнительная кабина, обеспечивающая комфортабельную работу оператора. Для безаварийной и эффективной работы в зоне вырезки изменена конструкция кабины оператора. Значительно увеличена зона обзора, усилены звука и виброизолирующие свойства кабины. Увеличена пропускная способность системы транспортеров машины. Управление машиной в транспортном режиме выполняется из кабины машиниста или кабины оператора, в зависимости от направления движения. Управление машиной в рабочем режиме выполняется из кабин операторов и с выносных пультов. Для контроля геометрического положения пути после очистки балластной призмы машина РМ-80 оборудована контрольно-измерительной системой. Технические характеристики машины РМ-80. Глубина вырезки от подошвы шпалы 600 мм. Ширина вырезки с короткой балкой 3960 мм. С длинной балкой 4960 мм. Максимальная ширина вырезки при очистке стрелочного перевода 7720 мм. Технологическая производительность. При очистке балласта 500 кубических метров в час. При полной вырезке 400 кубических метров в час. Рабочая скорость до 1 км в час. Транспортная скорость. Самоходом 80 км в час. В составе поезда 100 км в час. Длина по осям автосцепок 31800 мм. Масса машины 91 тонна. Обслуживающий персонал 5 человек.